этого слова на сцену приглашаются советник министра образования Московской области Планович Ирина Валентиновна и главный специалист отдела дополнительного образования Ковалева Ирина Ивановна. Хочется сказать большое спасибо, что позволяете Министерству образования участвовать в подобного рода концертах. Мы очень это ценим. Очень приятно смотреть на наших ребят, на таланты, которые растут, развиваются. В последнем концерте, вот, который был посвящен Дню года кино, принимала участие непосредственно Марина Борисовна, это министр образования. Сегодня, к сожалению, она не смогла присутствовать, но просила зачитать приветственные слова в адрес сегодняшнего события. Уважаемая Александра Львовна, дорогие педагоги и воспитанники детской музыкальной хоровой школы «Пионерии» имени Георгия Александровича Струве, поздравляю вас с знаменательным событием, отчетным концертом школы. В этот день юные воспитанники представляют свои достижения, плоды напряженного труда педагогов, наставников. Вот уже 6 десятилетий «Пионерия» приобщает детей к музыке через хоровое пение в комплексе с другими музыкальными дисциплинами. Заслуги школы отмечены престижными наградами. В ее историю вписаны победы на авторитетных международных конкурсах, фестивалях. Звездное имя «Пионерия» известно в десятках стран мира. Сотни выпускников школы стали профессиональными музыкантами. А сегодня нас радуют своими успехами юные таланты, которым еще предстоит путь во взрослую жизнь. Не все из них свяжут с музыкой свою профессиональную траекторию, но то, что их личность сформировалась под благотворным влиянием высокого искусства, очень важно, ведь это залог успешной, гармоничной, счастливой жизни. Желаю воспитанникам и педагогам школы успехов, здоровья, счастья. С уважением, министр образования Московской области Захарова Марина Борисовна. Огромное спасибо Министерству образования Московской области, которое действительно все годы, на протяжении всех лет существования «Пионерии», а мы успешно движемся к 65-летию, которое будем справляться на следующем году, да? Нас всегда поддерживало Министерство образования. Оно по-разному называлось, но всегда было рядом с нами, всегда отстаивало наши интересы, по возможности и финансовые. Мы надеемся, что юбилей мы встретим очень торжественно, весело, достойно, и мы успешно к нему движемся. Ну и не без помощи нашего отдела. Главным специалистом является Ковалева Ирина Ивановна, и у нее только что был день рождения. И давайте ее поздравим!
Чесноков, «Зеленый шум», слова Николая Некрасова. Слова Виктора Викторова.
в зоопарке. Улиточка, улиточка, пусочек пирожка. Улиточка, улиточка.
Гайд. Слова Петра Синявского. Старый добрый клавесин.
священник, младший хор. Концертмейстер Людмила Астахова, дирижер Любовь Андрюшина. Василий Калинников, слова Михаила Лермонтова, «Сосны». Начинаем перепляс. Солисты Чугуева Арина и Савкова Полина. Песня из глаза.
младший хор мальчиков. Концертмейстер Анастасия Мардасова, дирижер Любовь Струве. Василий Калинников, как у бабушки козел. Индонезийская народная песня «Прогулка с отцом». Солист Павел Масленников. Thank you.
слова Нины Соловьевой. Наденем эскозырки. Солисты: Пахомов Илья, Жвелия Сава, Бобиков Михаил. Thank you.
на сцене лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, старший хор мальчиков, концертмейстер Анастасия Мордасова, дирижер Артем Косенков. Йоганн Бах, Jesus bleibet meine Freude, из кантаты номер 147. Поморской общины Великого Новгорода. Ой, вы, братья мои, сестры! Thank you.
Артем Косенков. Слова Варвары Спесивцевой. «Моя родина – Россия». Солистка Варвара Спесивцева. Yeah.
Рикардо Кастро. Вальс. Исполняет лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов Голиков Егор, педагог Ананьева Анна Гайковна. Я Майка, небо голубое, не нас смотрится на море.
Сумхан Цицадзе. Грузинский танец исполняет Янис Хадитакис. Аккомпанирует победитель ежегодного школьного конкурса юных концертмейстеров Пилипенко Екатерина, педагог Укарина Ирина Павловна. Thank you.
Дворжик, слова народные, голубь на клёне, из цикла «Моравские дуэты». «Сапоги мои скрип да скрип» и «Природа» исполняется без перерыва. Thank you.
Татарская народная песня в обработке Анцева «Уж я золото хороню». Дорога.
Дорогие друзья, я думаю, что вот этот отчетный концерт, он, не могу вам сказать, что он итоговый, потому что у нас учебный год продолжается, до 1 июля продолжается для некоторых хоров, а это старший хор мальчиков и юношей, и старший хор будет готовиться к концерту, вот старший хор, например, девочек будет готовиться поехать в Калугу, там очень интересное будет мероприятие, наши дети участвуют в таком значимом проекте. 15 мая я вас приглашаю в Большой зал консерватории, где сводный хор из среднего и старшего хора состоящий будет участвовать в очень интересном концерте. В первом отделении прозвучит «Бабий Яр», значимое такое произведение, очень сложное, дети уже его исполняли в Туле, в Москве, теперь будут исполнять в Большом зале консерватории. А во втором отделении прозвучит «Реквием Кабалерского», тоже не менее значимое произведение. И весь концерт будет посвящен памяти и погибшим в войну, и погибших. При разных стечениях обстоятельств в этом году у нас было много трагических таких вот событий, к сожалению. Ну, экзамены впереди у детей, и переводные, и зачеты, то есть учебная жизнь у нас продолжается, у нас 2 июня выпускной, то есть у нас еще событий с вами очень-очень много. Но тем не менее, мы отчитались перед родителями, и я думаю, что вы должны быть довольны, потому что ваши дети просто замечательные, это отметили наши гости из Министерства образования, что просто без слез смотреть первое отделение вообще невозможно. Поэтому огромное спасибо преподавательскому составу. Я сейчас попрошу тот, кто за сценой сегодня, чтобы они вышли сюда на сцену. Традиционно мы будем проводить большой областной форум хоровых коллективов. И дальше будем двигаться к своему юбилею, который, я надеюсь, в ноябре месяце состоится у нас в зале Чайковского. И там мы соберем всех тех, кто продолжил дело, зарожденное 65 лет, Георгия Александровича Струвы при поддержке Дмитрия Борисовича Кабалевского, то есть все вот это движение хоровых студий, движение хоровых коллективов именно началось с рождения нашей первой в мире студии. Студии детской музыкально-хоровой «Пионерия». Я вас всех приглашаю туда. А сейчас я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы все были здоровы, живы, чтобы наша страна процветала, чтобы был мир, чтобы мы спокойны были за будущее наших таких замечательных, талантливых детей. Спасибо вам!
До новых